данном случае и актеры, и зрители, они переживают совместный опыт в едином пространстве. И, на мой взгляд, это главное. Сайт-специфик, он предполагает совершенно разнообразные варианты таких пространств, да, мы знаем про спектакли в лифте, спектакли в самолете, спектакли вот там, мой любимый случай, это как два петербургских актера сняли квартиру, двухкомнатную, и под эгидой, так сказать, под замаскировавшись под людей, которые хотят там показать жилье, нагнали туда риэлторов. Там в итоге человек 30 показать квартиру в одно время. В итоге риэлторы зашли, за ними закрыли дверь и сыграли Короля Лира вдвоем. И там вот там кто-то пытался с ноги дверь выбить, кто-то там пытался это остановить, но вот состоялся Король Лир в квартире для риэлторов. Вот. Это такой, это где-то панк-рок, где-то метамодерн, где-то просто сумасшествие. Но театр это же в принципе сумасшествие. Я не люблю скучный театр.